Смотри, они в дом заходят. О, тут печь. Я хочу тут в печь. Нихуя. Печь. Кто? Нужно лечь. И именно нужно опа, залезть в печь. В печь залезь. А, медалист, блядь! Попробуй залезть, попробуй залезть. Ну вот ты близок же, медалист. Там залезть-то нефиг делать. Лоу проблем. Я тут лазил! Так, залезь еще раз туда, медалист. А перед просмотром ролика расскажу о крутом проекте MyCSGO.me. Здесь ты сможешь открывать кейсы CSGO на любой вкус, создавать контракты обмена и участвовать в дуэлях с друзьями. А по промокоду из описания ты получишь вкусный бонус при пополнении. MyCSGO.me. Ссылки в описании. Ола, амигос, и вечер добрый, с вами Квантум, с вами Кратос, с вами Медалист и с вами Айк. И добро пожаловать, это CSGO Миньон Маньяк против Банана Выживающего. Где Айк? Всем привет! Здрасте! Сегодня будет веселая серия, желаю вам приятного просмотра, ну а мы будем начинать. Поехали! Погнали! Антон как кот драный орет какой-то. Смотри, иди сюда, я тебе покажу, что ты офигеешь, смотри. Я такого вообще в квест еще не видел никогда. Иди сюда. Что, звание классное? Звание у тебя и так глобал уже, что еще может быть лучше? Смотри, ты видел такие нычки вообще в КС-ке? А ну зайди-то, тебя видно там или нет? Офигеть! Это реально топ. Просто это топ. А так нормально? Да. К сожалению, да. Так получше. Так, ладно, хорошо. Они в дом заходят. О, тут печь. Я хочу в печь. Нихуя. В печь. Кто? Нужно лечь, блядь. И именно нужно опа, залезть в печь. В да. Печь залезь. А, медалист, блядь! Это как? Это что? Это было. Кратос просто зашел в дом и такой, в печь хочу, блядь. Кратос хочет в печь. А что там было, что ли? Да. Я сидел в печке, чуть не офигел от жизни. Загай, я не увидел. Вопрос хороший, я тебя не увидел. Это было очень страшно. Ты подошел, уперся. Причем подошел один, уперся в меня. Подошел второй, уперся в меня. Медалист, походу. Ты тоже упирался. Нет, я не упирался. Никогда не упирался. Потом я подумал... Потом я подумал, что я подсвечу сейчас перекрестие, как всегда это у медалиста бывает. И решил, короче, заднюю врубить. А тут видишь, карты нет. А, кстати, можно было не сваливать. Блин, зря я свалил. Такую нычку спалил. Нычку спалитус. А кто был на улице около автобуса? Я был. Падла. А куда ты делся, блядь? Ты бросил бу? Куда ты делся? Ты бросил бу? Да я по кустам ушел давно уже. Я уже... Я почти по кругу... Я карту по кругу обошел уже почти. Он врет меня. Айк, я не понимаю, как тебя вообще не спалили еще? Как это работает? А? Бочку залезть? Отлично. Так же, как у тебя работает. Бочку залезть, а? Ну это хорошо. Нет, не договорил. Нужно все одновременно говорить. Это так не работает. О, бля, сотку зажал, пацанам! Ты... Бля, вот тут нету медалист. Сложная тревога, ССУСИСА. Он бросил балтику троечку вот сюда. Что, я троллики? О, сука, нашел. А, ой! Вокруг дома бежит. Понял, иду. Вокруг дома. Это жопа. Ай, как здесь спрятаться, как здесь выжить? Можно ли здесь выжить или нельзя? Да медалист, куда ты бежишь? Что ему жопа? Я иду на перерез. Я иду на перерез, а ты жопа. Нет, хелп! Чё, блядь? Он на стоих, что ли, обманул? Жесть, блин! Это какая-то ясная жесть. На тебе гранату кидать нельзя! Я не в тебя, не переживай! Слышь, ты дисторжишь! А ты сам скажешь, что тихий, сука! Ты дисторжишь, Вася! Пошёл в жопу! Привет, если ты смотришь это видео, значит я снова куда-то уехал. Хочешь узнать, куда я уехал? Переходи по ссылке в описании, там будет мой инстаграм. Подписывайся, смотри, там будет много интересных историй, будет много интересных фотографий, это все вместо влога. Так что хочешь влог, переходи в инсту, подписывайся и смотри. Мы выходим через 3, 2, 1 и мы идем. Выходи, Айк, выходи, не бойся. Пиздос. Пошел нахер. Наверху, наверху. Да ладно, чё? Да ладно, серьезно, серьезно! Сейчас я им света, блядь, кину! Давай! Ты да, хоть нет, передавай инфу иногда! Хоть где ой, ты находишь, что тебе происходит? Отбегает, Кратос! Конечно, отбегает! Привет, Антон!
Спецназ нафиг. Эй, квантов. Да, ай, кай. А что вы делаете? Слушай, нахер вы закидываете, дебилы, блядь. А вы дебилы, Айка, убили гранатами, кто дебилы еще? Что ты будешь делать, Медобиба? Нефиг гранатами было кидаться. Мы тебя видим. Пока, медалист. Снежками загноили просто, пацана. А нефиг гранатами нас убивать. Сами так сделали. Ну что, пацаны, я тут такое для вас нашел. Вы охренеете просто. Айк, я хоть дом, блин, изучил. О, вот это хорошо. Вот это еще лучше. Я теперь вообще как Рэмбо, я живучий, максимально живучий. Теперь, пацаны, страдайте, что есть, как говорится. Теперь, пацаны, все. Это как это было? А вот. Данил обещает нычку, в котором мы его не найдем. Да. Окей. В которой вы меня не найдете. А, понятно все. Медалист. Ванная, медалист. Иди в ванную. Я знаю, где он. Да, здесь падла. Ясно, понятно. А кто это меня встретил на улице? Не знаю, где встретил. Это дрочь. Не может быть. Данил, покажи. Ты скажи мне, ты тут? Я здесь, да. А здесь это союзов? А подожди, ты о чем? Чего он ржет-то? Я понять не могу просто. Ты в моей на кухне? Я? Нет, не в твоей на кухне. То есть ты лез по этой стене, да? Ты поднялся в ту нычку по этой стене, а теперь ты залезть не можешь туда. Странная штука. А главное, что не рабочая. Мы нить. Стой. Вот он, сука. Я увидел. А что тебе это дает? Что мне это дает? Да. Сейчас все будет, братец квадратец. Давай, давай, братик квадратик, найди меня. Ау, большая дурак. Черепаха. Троллер. Нелегальный. Это как мотороллер, да? Куда ты прыгаешь, Антон? Закрой дверь, я тебе отставлю подсказку. Да, ты мне ставишь граффити, и я ничего не пойму. Выйди и закрой дверь, выйди и закрой дверь. Это скучно, нет, пошел в жопу. Выйди и закрой как... Выйди и зайди как следует. Выйди и зайди. Хорошо. Разбойник, выйди оттуда. Я закрыл дверь, все. Так, я ж теперь хер выйду-то, а? Собака, ты не в нашей нычке сидишь. Забери обратно. О, ты кто? Шмара желтая. Кидай гранатами сюда. Бомбардье долбанный. Это убери из... Лоханулся. Опять лоханулся. Слышь, вот у этого мутика тут руки. Чистые. Грязные руки. О! Медали, бля, ты серьезно? Я в руках купил, блядь! Я снижок в руках! Меня режешь, конченый, блядь! Да я не хотел, у меня рефлекс, вижу! Ну дело ты, медалист. Это было случайно. Сюда иди. Автобус. Отвали от меня. Ой, застрял! Тебе повезло. А можно мне бусты заюзать, пожалуйста? Мне страшно. Я специально вышел, так что вы имеете... Я его прошел. Вы имеете... Я бегу по твоим иконкам. Да фак ю! Я зачем выходил вообще? Это красиво. Я бы лоханулись все равно. А кто на свободе? Нет, подожди, кто на свободе? Мы или вы? Вы-то на свободе. Вы на свободе. Так что медалист оговорочки по Фрейду. Вы на свободе и вы петушки. 200 ю. Ванна. Я ви... Эй, да what the fuck, what the fuck? Сука, блядь. Миньон улетел. Меня съел. Блин, я уже загрелся на миньона, это Айк был. А он, короче, понял, он в углу сидит, он вылазил как-то оттуда. Когда я сидел в той мечке, я видел, как он вылазит оттуда. Моя ловушка. Да бляха, муха, блин, блядь. Главное вовремя на Е нажимать. А мне кажется... Я на ведьмака жму, пацаны. А сука, он что-то прошарил. Дежурь здесь, Айк. Мне кажется, что я знаю ту тварину. И это может быть... Нет? Айк, чё, как твои дела, пупсик? Охренеть! Опа! Охренеть нафиг можно! Да ты дес, бля, иди в жопу! Видишь, а у него кнопок никаких и не было здесь, он обманывал нас. Айк, посмотри на первом этаже за диваном. Ща. Здесь нет.
Там у него глаза должны торчать. Бля, трындец просто. Да есть он здесь, ай! Контрол даже Дима нажимать. Блин! Я причем с чела второго этажа диван нашел отодвигающийся. Потом такой, а на первом такой же есть. Нет, нет, не здесь, здесь. Здесь, Ай. Вот здесь. Я знаю про это место. Блин, ты в 2 секунды не успеем. Ой, мне кажется, я зря это сделал, это ошибка. Ведьмак. А я видел, я это видел, я там был. Ну все, я тогда... Тактика спецназа, я снова в хорошем месте. Второй этаж. Блять, мы же в душе сегодня будем вести. Сегодня вся серия вокруг душа вращается. Падла. Наверху, да? Наверху, и второй приперся. Я не знаю, как наверх попасть, медалист. Зачем вы бачок смыли? Какие культурные миньоны, такая прелесть. Они что-то знают, это Кратос, походу, прошаренный такой. Ты посмотри, что делает. Да, я пошел. Опа. А куда Кратос делся с бра? Кратос, ты куда с бра делся сейчас? Ты был, тебя не стало. Какого нет, это не Кратос, это медалист был, значит, я понял. Кратос медалист вылез со своей нычки. А, я понял, в потолок ушуршал медалист. О, межприц. И чик-чик. С тебя не 100 хп. Его завалить можно, Найк. Медалист сильно нравится. Там Кратос, не подходи, с ним Кратос рядом. И там еще нужно понять, где медалист. Медалист сейчас, короче, в комнате темной стоит. Сука! Я слежу за ним, он выходит. Бедники, а смотри, какие они здесь. Видишь, вот в углу на цветке это медалист. Его нужно мочить. А, да? Он набрали здесь сейчас. У него 100 хп, блин. Я буду бороться! Че, надо? Ай, блядь! Костнул его! Капец вообще. Опа, он заполз туда. Ага. Ой, блядь! Ой! Медалист! У него... Ты дурак! Иди на своим прикол, у меня 33, блядь, хп! Конченый, а! Маньяк теперь не маньяк, маньяк теперь жертва на него выживающая. Я не понимаю, охоту. Нет, так вы можете сказать, как попасть туда? Может, типа подсказку какую-то дадите? Мы да, вам дали подсказку. Ты... Хорошо, я зашел в ванну, и что ты там сделаешь? Ты мне покажешь? А второй где? Вот он, привет! Привет, и что ты, что, как туда попасть? А, дай блин. Тебе по лапе, понял? Блин, у меня 12 хп. Медалист, в душе сиди и не пускай. Да, блядь, все нормально. Просто сижу в душе, блядь. Моя задача душевая, блядь. А че это за хуйня? Хуйня! А че это за хуйня? Круто же, блядь. Объясни мне, блядь, как этот квантум так делает? Ты че бессмертный, сука? А кто так год тебе прописал нечестно, понял? Так что ты нечестно замутил. А ты честный, блядь, ты жертва вообще, маньяки не должны погибать, сука. Нехрен было год прописывать, понятно? А нехуй. Реально, блин, нечестно. Он год прописал, это нечестно вообще было, максимально некрасиво. Я к тебе не подлетел, я вообще-то вылез и тебя заваливать, а когда ты не сдох, я понял, что ты год врубил. Я тоже врубил год, понял? Так что сделайте 12 хп, Кратос, уходи отсюда. Я увидел то, что вырубай год, я тебя убиваю и ухожу. Медалистом, короче. Какой 12 хп, слышь, блядь? Слышишь? Дурак, вырубай год, медалист. Я тебя убиваю и ухожу. Не взрывали. Нет. Это нечестно было, Дань. В смысле нечестно было? Вы сами так взяли себе шприц этот. Маньяка нельзя убить. Ебать, что я сделал где себе? Эти правила? Где ты? Здесь. Где ты? А ты где? Демон тут. На первом этаже. Он сам разбился, он прыгнул и погиб. Конченый, как ты, блядь, умер? Это, блядь, это баг какой-то. Я просто... Это пиздец, я прыгнул просто. Он просто прыгнул. Он прыгнул и ногу поломал. Он прописал, блядь, команду какую-то. Гомосек, я не прописывал тебе команду. Ты стопудь, блядь, как я могу прыгнуть? Просто бежал, бежал. Ты прыгнул и ногу сломал, да ты ногу поломал, медалист, забей. У меня есть запись. 15 хп у него. Куда полез, блядь? Нихуя. Да вылазь, ты тупой! Где зрачки твои, Айк? Что не так с тобой? Рья. О, рья. Ой, мы выходим через 7 секунд, пацаны. 5. 4, 3, 2,
Один и мы идем. Они в доме не могут найти свою ныкуху. Братуха, это хорошо. Да, вроде. Стоп. Понял. Вы что, твари, делаете? Чего такое случилось у тебя, друг? О, блин. Меня медобип напугал. На тебя омбусным снежком. Че ты зыришь на меня? Не смотри на меня. Да ты все равно смотришь на меня. Так, это кто там возле меня бегает? Да нет, нифига хэппен. Возле тебя возле автобуса, да? Идите на второй этаж. Иди на второй этаж. Иди, Айк, иди на второй этаж. Айк, тебе тут делать нечего. Как он попал туда? Айк, уходи. Слышь, я видел кого-то только что. Опа, я нашел кого-то. Кто это? Кратос? Я тут медобибу нашел. По-любому. Откуда ты знаешь? Как ты попал туда? Ты можешь и внизу там меня терроризировать, и здесь. Тут везде можно пролезть. С первого этажа или со второго подъем? Я разбил. Он, ой. С авто... Ух ты, блин. Ай, тебя там что, разводят, что ли? Нет, сука. Ой, сука, не надо это делать, Айк, пожалуйста. Вы ко мне приходите. Блин. Я такой пришел и Кратос, пойдем медобибу искать. Он знаешь, где он? Он там вообще сидит где-то. Со второго этажа, говорит, вход. У него, короче, так понимаю, везде может ходить. Трындец. Дима. Айк. Я нашел. Ну, как-то попасть, типа, фиг знает. Да, там есть кто-то проход. Или он наверху? Он наверху, а там как сидит. Как ты зашел, там не видно ж проход. Видно. О. Че там было, че там да было? Да он вылез, пидрон. Я не понимаю, куда попасть, серьезно, я не знаю. Он и оттуда, и отсюда, он отовсюду кидает. Нет, это типа... Вообще... Вы пидрона по ему трындец. Ты нашел лайк? Блин! Сука, я ходил. Стой. Да ладно, здесь что ли? Лол! Я сухом спалил на кух. Бля, медалист, ты... Красава! Его там нычка огромная. Ах ты, медобип. А я понял, как сюда попасть, твою нычку-то дурацкую. А вы где, пацаны? Я здесь. Я первый этаж. Ну, залез в свою нычку, что ли? Как? Как ты попал туда? Объясни вот мне, тут, блядь. Вот тут, вот так вот, по этой стене, вот по этой, Хорошо, прыгай, я потыкаю. Ну. Со второго этажа, блядь. Со второго этажа, потыкни. Айк, ну, на. Там два. Как ты попадал сюда, медалист? Вот по этой стене. Ну, как лезть по этой стене? А ты где? Но она не работает. Кто дверь закрыл? С первого же этажа ты говорил, медалист. Минус Айк, Айк поиграл. Я не знаю, как туда попасть. Типа, туда попадал медалист, я... Там три дырки! Вот... У тебя, блядь, три дырки. Ты не найдешь, блядь, вход в нычку, в которой ты сидел. Медалист, ты через ванную попадал туда? Через ванную попадал. Ну иди в ванную, попытайся попасть с помощью Антона. А ну, блядь, там была просто берешь, вот так вот поднимаешься и все. Как, где ты с первого, на первом этаже там один, блядь, вход. Да нет, иди в ванну, ну ты, блин, в ванной же, медалист, ты был так близок. Блядь, я тебе больше говорю, там был, блядь. Он пиздит. Не верь ему. Нет, блядь, у меня бомбит, я тупой, нахуй, не могу запомнить. Хочешь, я покажу, кто попасть? Блядь, давай! Потом покажу следующие катки. Для начала найди меня. Ну попробуй залезть, Ну вот ты близок же, медалист. Там залезть-то нефиг делать. Лоу проблем. Я тут лазил! Так, залезь еще раз туда, медалист. Не работает. Ладно, дай подсказку. На Е нажать или как? Нет, или... ну если я вам дам подсказку, то абсолютно потеряется какой-либо смысл. Ну она какой просто... смысл? А так, как, Антон, помоги медалисту, иди в ванну, это с ванной вход. Как ему помочь, блядь? Как-нибудь ему помоги. Видишь, блядь, ты вот тут застрял. Ну понятно. Мы же близки, да, ну прыгают такие зайки желтенькие, миньозики, ну, кушать ты хотят. Ну ты ему подсказку не дашь, блядь. Ну, блин, вы... Близки. Кто сейчас, а как ты запрыгнул почти на полблока вперед? Я. Это ты, да, был? О! Залазь, сука, залазь, блядь! Ну я ж, блядь, сказал, сука, нахуй оно не... Где он? С какого хуя оно не работало? А где он? Его там нет? Ты еще, может, нашел? Нет, его... Ты видишь, блядь, оно не работает!
Я вижу, оно работает. Ты залез только что. В чем твоя проблема раньше была залезть туда? Так, блядь, а у нас джирит, блядь. Ты нажимал на что-то другое, медалист. Я вас вижу. Ты вот залез сейчас наверх и сидишь там наверху. Подсказка, я нахожусь в районе ванной. Вот идите в ванну, и вы просто будете на 100% верны в своем нахождении. Медалист. У медалиста, они, короче, кровная борьба с этой вообще лестницей, по которой он залезть не может. Открой еще раз, нычку, открой еще раз. Какая-то дверь открывается. Залез. Ах ты, блядь. На раковину нажать нужно, медалист, чтобы лестница врубилась. А я не помню, я, блядь, раковина... Ты не нажимал, она просто сразу была врублена. Мы потом ее вырубили, она сохранилась, поэтому залезть нельзя было. Сука, а я, блядь, помню, что я залез. Богоюзер. А не могу. В смысле, это ловушка такая. Медалист, жопа горела уже, что так не происходило. А потому что я не. Я залазил-то тут. Ты мне говоришь, залазь через ванну, а я лезу и не лезет. Я же говорю, в ванну идите, я в районе ванной. Че не так-то, непонятно. Мы в ванне. Дай подсказку, дай куда-то. В районе, ты слышишь, он, значит, хочет напиздеть, но. Ну да, да, да. Я как бы немножко честный, как бы немножко нет. Понимаешь, в районе это, ну, означает. Ну ты граффити оставь. Что там не звонят, а звонят. Слышали граффити? Он меня наебал, ты... Ну все, его нет, он на собой наебал. Я же говорю, пацаны, ванна. Что непонятно, ванна. Идите, вы еще можете завалить, у вас 20 секунд есть. Ну граффити оставь в ванной, хорошо. Граффити через секунду могу оставить. Давай, оставляй. Оставил граффити. Бля, у той нычки, которую я не знаю, как залезть. Понятно, все, это ГГ, ВП, изикатка, Данил победил, красавчик, на тебе, блять, обратно вернулась. Антон. Антон, готов? Антон. А, да ладно, блять, охренеть. Ой, где? Я в душе был. Под душем. Блять, под дон, а? Ребят, ну что же, на этом все. Это был CS GO Minion Маньяк против банана выживающих. Понравилось видео, хочешь больше таких себя? Лайк, подписка и комментарий. Всем пока и до скорых встреч. Пока-пока, пацаны. Пока, до свидания.